Так, друзья, у нас в продаже появился вот такой вот Mercedes GLK 2014 года выпуска. Автомобиль с адаптивным ксеноном. Так, у тачки два собственника, оригинал ПТС. Приобретался у официального дилера в городе Новосибирск. Оттуда автомобиль сразу направился к нам в Красноярск. Пробег 89 тысяч. У автомобиля очень приятный такой шоколадный салон с пластиковыми вставками под дерево. Выглядит очень симпатично. Также электропривод передних кресел. Весь салон в шикарнейшем, почти что нульцевом состоянии. Электропривод задней крышки багажника. Датчики парковки в круг. Багажник тоже чистенький. Вся машина аккуратная. По кузову автомобиль имеет несколько окрасов. Зафиксировано, кажется, два ДТП у него в автомобиле. Это была задняя правая дверь. Вот она. Красилась с переходом на переднюю дверь. В остальном же кузов есть в родном окрасе. Тачку мы с вами проверили. Также тут двухлитровый мотор, 211 лошадей. Выглядит просто потрясающе данная тачка. Всех, кого заинтересовало, ждем к нам.